из проекта «Ты не я, я не ты» или «Ты я», или как бы, короче, идея, те, кто не слышал до этого этой концепции, то есть я, ну, от имени галереи, приглашаю художников в таком дуэте. Это два художника, которые говорят об одной и той же теме, только разными языками. Вот. Это было достаточно интересно, но, может быть, и сложно найти вот эти вот пары. Потому что я почему-то решил, что Наташа Каменских и Лена Придувалова, они в этой паре где-то очень близки, потому что вообще рабочее название выставки было просто «Бабушки». Потому что они присутствуют в большом количестве и на Наташиных работах, о чем я скажу позже. Вот. А Лена всегда для нее это была любимая тема. Это рынки, это остановки, это какие-то пейзажи городские, сельские. И везде это наполнено какой-то жизнью такой вот, в котором присутствуют какие-то образы. И бабушек, и не бабушек, и так далее, и так далее. Мне почему-то показалось, что это могло быть интересно. Вот такое сопоставление двух художников, которым близка эта тема, но разный язык вы это уже видели в этих залах и так далее. А что сказать о Лене? Они уже твой муж здесь. Он еще едет. Твой муж всегда не тороплив. Может, да. Я с семьей Придуваловых, Аполлоновых знаком очень давно. И мы были на совместных пленерах, и у нас были совместные групповые выставки. И когда я впервые встретил эту пару, это было, уже не помню, это был 95-й. А, я знаю почему. Вот. И тогда мы раззнакомились хорошо. Эта парочка голубоглазая с какими-то восторженными лицами стояла у окна отеля, в котором мы жили в горах, недалеко от озера Синевир. Вот. И они своими этими голубыми глазищами любовались горами. Я к ним подошел, как-то завязался разговор, и мы раззнакомились, подружились, и эта дружба тянется уже много лет. Потому что получается, да, 20 лет. Да. Мне что интересно, что Леша прекрасный художник, и с Леной они абсолютно разные. Ну, не абсолютно разные, может быть, есть хорошая такая какая-то наглость в том, что он делает в последнее время, но она настолько имеет свой стержень, свою основу. Вот. Лена очень свободна тоже в своем искусстве. Мне казалось, когда я видел первые твои работы, они где-то напоминали мне немножко русскую художницу Маврину. Да, она очень любила. Вот. Вот в этой свободе, в этой декоративности. Но ты пошла вглубь. Особенно вот твои работы, которые были с этими киевскими вокзалами, с этими проводами, какими-то там железнодорожными путями и так далее, и так далее. То есть в этом было какое-то такое напряжение, в этом был какой-то смысл такой, что... Ну, вокзал вообще никогда не приносит радости большой. Ну, ты настолько обострила все это, что рядом с твоими вот такими вот яркими вещами, которые привыкли к тебе, и я могу сказать, что, ну, у Лены не знаю, сколько было в жизни персональных выставок, может быть, там 60 или 70, вот, и каких-то кучу премий там, и постоянно Лену приглашают на различные симпозиумы и пленеры, потому что это, ну, яркий художник, который всем интересен. И при этом есть и вот рядом, говорю, опять-таки с этой яркостью такой, да, в ней уже нету той декоративности, которая была там 25 лет назад, да. То есть в этом есть какой-то даже матиссовский такой яркий напряг, да, есть вот графичность, тоже такая с такой тревогой. Автору ничто не чуждо, да?
Серьезно, то есть я думаю, что художник должен быть таким, когда любые настроения автора, они должны выплескиваться. И я тоже, честно говоря, я не искусствовед, я тоже художник. Я никогда не придумываю для себя какие-то вещи, которые я должен сделать. Вот оно пришло, навалило, или там, например, поехал, там что-то пришло. И вот оно выплескивается. Вот. Что касается бабушек, то мне очень хотелось, чтобы они присутствовали и на этой выставке у Лены. Вот они. Да. И тут тоже есть, и там везде бабушки. Да. Вот. И я думаю, что ты настолько чувствуешь этих теток хороших, которые торгуют там какой-то там клубника или не знаю, чем еще, да? Вот. И там и рынок, и все, что там надо. Там аспект жизни, жить не рынок, потому что рядом тоже была мастерская. Да. Да, и не знаю, я поздравляю Лену, не знаю, все ли я сказал, что хотел сказать. Но я тебя очень люблю, и я считаю, что ты художник, который очень узнаваем в своем творчестве. Вот. И тебя невозможно ни с кем спутать. Поэтому люблю и поздравляю. Боже мой, очень спасибо. А теперь переходим в следующий зал. Да. Перестань дрожать. Наташа Колесник, моя ученица. Но не скажу, что бывшая, потому что Наташа сейчас уже работает самостоятельно, но в нашей студии, которая называется «Арт-студия 12 этаж», там нашлось небольшое помещение, где Наташа работает самостоятельно. А так мы, ну, работали вместе лучше 6 лет, да, вот иногда, конечно, я захожу там понюхать и продекретировать что-то, там, искать свое мнение, но Наташа абсолютно вышла на самостоятельный уровень. Начиналось с того, что я набирал у нее маленькие кисточки, там второй, третий номер, которыми она вот пыталась что-то там делать, вот, и посовывала ей широкие кисти. Это была сложная эта борьба, но тем не менее она вышла вот на такую свободу. Вот. Это были в начале там какие-то мы писали натюрморты, изучали современную живопись и так далее, и так далее. Вот. И потом Наташа нашла в себе свой колорит. Мы даже выезжали вместе там на польские пленэры, да? Вот, вместе с Леной и с Лёшей Аполлоновым. Вот. И все это, кстати, вот эта работа, это написано, по-моему, в Польше, да? Вот. И что я хочу сказать, что, не знаю, это мир, который Наташа, наверное, он был, он просто начал выходить из нее, вырастать. И вот ее бабушки и дедушки, которые вот там вот над вами, над Колбановыми висят, да, вот, они связаны со старинными фотографиями. Потому что бабушка была где-то там на севере в лагерях, да, вот, при этом режиме, да. И остались какие-то старые фотографии, и эти воспоминания, эти такие, ну, полунаивные такие вещи, вот в этом есть их трепет, потому что я думаю, что вот эти старые фотографии, которые, наверное, есть у всех в семейных альбомах, когда там своих дедушек, бабушек достаешь и смотришь на них, и вспоминая это время, вот их хочется сделать в таком немножко примитивном стиле. Я этого не делал, но, наверное, бы... И ты меня опередила. Но я бы сделал бы, наверное, как-то так, в таком же стиле. Вот. Великолепные цветы, которые... Что с ними делает Наташа? Она ждет, пока они начинают засыхать. И когда они достигают какого-то своего такого психологического стиля, я бы сказал, только тогда она начинает их писать. Это проходит, может быть, там недели или две, и только вот полузасохшие цветы, которые наполняются какой-то энергией и каким-то там тоже трагизмом, не знаю, тогда только начинает писать эти цветы. Вот. Ну и, конечно же, вот эти роскошные бабушки, которые... Ну, где-то и на Наташу немножко похоже, да, в чем-то, да, вот так вот. И вот эта бабушка явно из этих лагерей, да, там,
Вот, это документальная достаточно работа. И я бы хотел обратить внимание на мою любимую, вот этого Георгия Победоносца, который, в иконах что-то вот... Он тоже такой наивный, но он очень чувственный, и он красивый. Этот, у него конь, как какой-то лев, там такой лохматый. На меня похоже ниже. И змеи там мучаются. И у Наташи есть еще очень интересные работы, которые, это называется штудии. Вот, допустим, сейчас выставка Матвея Вазберга, да, если кто-то был на ней, у него очень много студий, он этим занимается постоянно. Я Наташе привез альбом из Испании, из Италии, из Испании. Вот. И Пьеро де ла Франческо, да? Или... Франджелико. Франджелико, да. Наташа сделала несколько таких вот студий на тему вот этих вот ренессансной живописи, они очень классные. Просто как бы это уже не вошло в концепцию этой выставки, но вы когда-нибудь увидите. Вот, поэтому вот это вот Наташин внутренний мир, кто не знает, Наташа вообще практикующий психолог. И совмещая занятия живописи и психологии, получается очень хороший такой вот микс, из которого вырастает такое искусство, в котором она сама копается в своей душе, в своих ощущениях. И поэтому настолько она интересна. При этом великолепные живописные качества, которые вот этот минимализм, там просто какие-то двери есть, там, да, вот это вот тоже какие-то там три человека, сидящие на фоне синего домика, любимая моя работа. Вот этот мир, который вот создала Наташа, и вот мы его видим. Я поздравляю и радуюсь, что вот получился новый такой дуэт у нас сегодня в вашей галерее, Катя, Леша, да. Вот. И, может быть, девчонки что-то скажут, или галеристы что-то скажут. А я это закончил. Все, поздравляю. Браво. Я просто хотела бы сказать, что это просто благодарна Лёше, потому что только он же, собственно, знает и Наташу, и мои работы, и только ему могла прийти такая идея в голову, собственно, вот такого диалога. И мне кажется, что он, во-первых, вполне получился, и как-то для меня это было интересно, потому что не так много художников, которые так работают вот с таким, с очень простыми вещами, которые нас окружают, да, там. Поэтому я рада, что мы с Наташей, может быть, нашли друг друга в каком-то созвучии отношений, да, вот к миру. И, мне кажется, что будет продолжение, может быть, какой-то другой теме, но, по-моему, очень интересно. Не знаю, как зрители восприняли, но я очень рада. Спасибо. Браво. Вот. И, конечно, ребята тоже благодарна. Катя, Алёша, просто все фантастично. Я рада, что мы здесь одни из первых еще в таком незаполненном пространстве эмоций художников разных, то есть какая-то чистота, и вот мы в это вошли, я очень рада, спасибо. Профессиональная выставка в настоящем пространстве художественной галереи. Это были кафе и домашняя мастерская. В белом свете одна работа всего была, а тут целый замок. Вот. И я очень признательна учителю и галеристам, и Лене, которые доверили мне такую честь участвовать в настоящей галерее. Я уже наполовину психолог, наполовину художник. Спасибо. Ура. Спасибо. Ура. Я тоже знаю его как художника, а тут получаются такие прекрасные кураторские проекты, которые постоянно
ну, как-то даже в процессе они раскрываются еще больше. Получается, что мы думаем о том, что идея вот так, да, мы представляем себя. Когда мы приходим в зал, когда мы размещаем эти работы, получается, ну, такое волшебство, такая синергия, да, такое общение, и вот нам начинается то, что происходит, мы благодарны и надеемся, что мы будем еще долго-долго делать много интересного. Спасибо, да, спасибо вам большое. Спасибо всем.